Всем привет, дорогие друзья, я Бромплей, и приветствую вас на своем канале. У нас идет прохождение игрушечки Ликвидация террориста 2. И у нас следующая миссия — столкновение. Внимание! Благодаря карте Джабира мы выяснили, где держат наших людей. Это подвалы старого дворца Абдур-Рахмана. Не радуйтесь раньше времени. Они знают о смерти Джабира. Они знают, что мы придем. Ребята, бой будет жарким. В укрытие. Вперед, вперед, вперед! Коса, это засада. Я остался один. Все погибли. Капитан, мы выслали подкрепление. Отступайте. Вам идут палатки и дроби. Ну уж нет. Они за это заплатят. Вспомните о заложниках. Мы уже рискуем их жизнью. Я покончу с этим разом. Так, ну где он там? Вылази. Попали, ребят, в ловушку, блин. Эх, парни, полегли все, блин. Какая елки-палки. Так, патронов у нас не так много, бля. Так, тут пусто. Походу был просто заминировано там. Это была какая-то ловушка. Так, кого-то мы видели. Хабу!
Перевооружились немножко. Подгубано! Так, чисто здесь. Подгубано! А что ты тут бегаешь, блядь? Ты жить даешь? Вот и сиди тут. Мешается, да. Ты слышишь, Абдулла? Ты не надоел уже. С этим разобрались, бля. Так, патроны, кстати. Такой-то, да. Живучий какой, зараза, блядь.
Авам! Мабаду яму! Так, еще у нас будут патроны. هذا مثل الله فو террористы бля. Год обошел ведь, а? Спины бы. Так. Да-да. Сможем поменять сейчас патроны. Так, ну пойди по-любому нам вниз, показывай, да? Никого. Смачи! Анфадан! Акумена! Машнун! Так, эти готовы.
Так, ребят, там пролетело. Хорошо. Ах ты гад, еще один. Так, закрыто. Будем искать другой вход. Так, нам, наверное, автомат надо другой, да, опять? Оружия как бы немного, но оно прикольное. Какого черта? Эти ублюдки еще с кем-то сражаются? Капитан, уходите! С Салимом мы разберемся! Коберн, а ты какого черта здесь делаешь? Черт, Коберн, хватит уже, а? Какой мир? Ты работаешь на того, кто больше платит. Тебе плевать на мир. Уводи своих людей. Я не хочу сражаться с тобой. А если ты будешь нам мешать... Вам мешать? Ты со своими кретинами только и делаешь, что мешаешь нам. Неужели непонятно? Мы здесь, чтобы покончить со всем этим. Ладно. Придется разобраться с Салимом и с тобой. Прикольно, бля. Он таки спрятался. Проверка связи. Проверка связи. Мощное оружие, конечно, такое. Выстреливает сразу, пипец. Куча патронов, блин. Враг! Да ёлки-палки. Ну её пока перезарядишь этот автомат, это ж... Какого черта? Эти ублюдки еще с кем-то сражаются? Капитан, уходите! С Салимом мы разберемся! Коберн, а ты какого черта здесь делаешь? Как это? Твою мир! Кто-то же должен разобраться с Салимом!
Салимом. Но у тебя это не очень-то получается. Черт, Коберн, хватит уже, а? Какой мир? Ты работаешь на того, кто больше платит. Тебе плевать на мир. Уводи своих людей. Я не хочу сражаться с тобой. А если ты будешь нам мешать... Вам мешать? Ты со своими кретинами только и делаешь, что мешаешь нам. Неужели непонятно? Мы здесь, чтобы покончить со всем этим. Ладно. Придется разобраться с Салимом и с тобой. Ну давайте, подходите. Откуда что ты взял, что сзади там? Понятно, он обошел по кругу за разом я. Все ясно. У нас потери! Ух ты, блин! Забросил гранату. Она прям отлетела обратно. Жесть, а там еще эти бочки были, походу, блин. Ой, как рвануло-то, блин. Ладно, хорошо, хоть контроль точки есть.
Вадик. Ро, шов. Да, не ожидал, что там еще один будет. Так, надо сейчас с этого учителя он поточнее бьет меня. Зараза! Ложись! Да что ж так вот, ходи, ходи, ходи. Ах ты, зараза. Тут это очень много, блин. Так, ну эту охрану мы как бы легко перестреляли, да? Вот. У тех уже посложнее будет. Твою мать! Твою мать! Так, по идее, должны быть еще же быть. Да откуда у вас столько здесь? Да откуда у вас здесь столько? Это же пипец. Наемников просто как грязи. Хорошо, есть контрольные точки, бля.
Это оружие у вас, конечно, галимое, бля. Ёлки-палки. Пиздец, закидались и гранатами где-то. Тут работает спецназ. Какие будут наемники, черт его, блядь, разберешься ты все, блядь, автомат так тяжело контролировать, блядь. Нашего ранили! Стойте меня! В меня стреляют! Так точно! Так, ну вот сразу гранат кидать. Ё-моё, а это как это интересно? Это было фиксить, блядь? Такого я вообще не ожидал. Ёлки-палки, опять отсюда начинай.
Так, надо же думать, что нам делать с этим автобусом. Дерьмо! Ух ты! Ой! Делаешь же жаль, что такие игрушки старые прикольные, а? По стрелушке мы вообще. Call of Duty позавидуешь, блин. Подвигаемся! Берегись! Быстро, туда! Когда клинзацию занавнули. Алло. На телефон молчит, да? Да, их там многовато, блин. Без лабиринты целые прям. Ой, надо было сегодня дома оставаться. Это точно. На этом, ребята, мы с вами прервемся. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем подписаться на канал, прожимать колокольчик. Всем пока-пока.